настоящее время на территории Оренбургской области участились случаи уличных грабежей. Чаще всего жертвами грабителей становятся лица женского пола, которые носят открытое изделие из золота. Грабители, проходя мимо прохожих, замечают золотые украшения и срывают их сзади. Золотые украшения не единственное, на что покушаются грабители. Привлечь их может сумку, сотовый телефон, кошелек. В отделе полиции номер 2 муниципального управления Министерства внутренних дел России Оренбургская находится производство уголовное дело, возбужденное по факту открытого хищения двух золотых цепочек и кулончика. Утром в районе улицы маршала Жукова неизвестный мужчина открыто похитил принадлежащие 55-летней женщине золотые украшения, подойдя сзади, сорвал с шеи две золотые цепочки и кулончик. Уважаемые граждане, если вам известно что-либо по данному факту и вы опознали неизвестного молодого человека, просим сообщить по телефону 796900, 796950 или 02102.